Конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» проходит уже в 27-й раз. Он посвящен русскому композитору Александру Алябьеву, который в середине 19 века приехал в село Рязанцы и вдохновился живописной природой этих мест. Самый знаменитый романс композитора «Соловей» был создан именно здесь. В 2018 году конкурсу был присвоен областной статус. В этом году в конкурсе участвовали 45 учреждений культуры из 25 муниципальных образований Московской области. Он проводился в двух номинациях. Участники в номинации «Академическое пение» выступили в историко-краеведческом музее «Усадьба Фрянова», а в номинации «Народное пение» – в поселковом доме культуры. Возраст участников от 12 до 65 лет. Их поделили на 4 возрастные группы. Выступление конкурсантов оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли в том числе заслуженные артисты России и Московской области, композиторы и солисты. В рамках конкурса в парке «Усадьба Фрянова» и рядом с ДК прошли мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, художественные выставки, мастер-классы по историческим бальным танцам, фотосессия с русскими псовыми борзыми, экскурсии и перформансы. По окончании конкурсных прослушиваний в парке музея «Усадьба Фрянова» состоялись торжественные церемонии закрытия областного конкурса и награждения лауреатов. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.